Патша-патша. Милек, танцы не знаешь. Милек, но ты знаешь, это лутбокс, гэмблинг. Это когда ты берешь этот скин и ставишь его, скажем, на матч. Это чертовский гэмблинг. Но если вы покупаете шанс выиграть что-то, это лотерея, это совершенно другое. Мордовцы, мордовцы, мордовцы. Вы путаете понятия. Прочитай. Милек, но ты знаешь, это лутбокс, гэмблинг. Это когда ты берешь этот скин и ставишь его, скажем, на матч. Это чертовский Ставка на гэмблинг. пятака. Но если вы покупаете шанс выиграть что-то, это лотерея, это совершенно другое. Мордовцы, мордовцы, мордовцы. Вы путаете понятия. Прочитайте определение гэмблинга. Гэмблинг.